Добрый день. Вас интересует киста яичника или поликистоз? А может быть нарушение в ареале менструального цикла? Ну, скорее всего, что вас интересует совершенно иная проблема. Это бесплодие. Досмотрите до конца видео, узнаете, как с этим бороться, что с этим делать. Хотя, если вам уже за 40, у вас взрослые дети, может быть, внуки есть, то вас эта проблема явно как бы не беспокоит. Вы можете заниматься любовью в любое время и без последствий, то есть у вас беременность не наступит. Хотя, что такое поликистоз? Это отражение того почтенного биологического возраста, в котором вы находитесь. Да, если вы уже свою детородную функцию исполнили, то вам как бы комфортно. Если вы ее еще не исполнили, не дай бог, во время поликистоза, если вы не полечились, не почистили свой организм, не очистили кровь, забеременеть. Представляете, бабушка, родившая себе ребенка. А биологический возраст ребенка стартует с биологического возраста ее мамы. Это очень серьезная проблема. Прежде чем очистите свой организм, нельзя беременеть. А вам что советуют? Давайте попьем гормоны, расшевелим яйцеклетки. Повылетает несколько яйцеклеток сразу с дуру. И что вы получите в неочищенном организме? Больного ребенка, с которого потом будете всю жизнь лечить? Правда, вам благодетели скажут, вы знаете, что вы хотели. Мы и так вам помогли, вы хотели ребенка, нате. И всю жизнь будете его лечить. Я лечу поликистоз совершенно иным способом. Я провожу очищение организма. Автоматически восстанавливается гормональная система. И поликистоз сам по себе исчезает. Единственная проблема. Я вас прошу, если вы захотите полечить поликистоз у меня, первые 4-5 месяцев лечение вы будете предохраняться. У меня много уже родилось детей таким способом. То есть я помог очистить организм. И много детей и на Украине, и в России, и в Америке есть. Вопрос в чем? Если яйцеклетка, почувствовав гормональную систему, выйдет в грязный организм, она 3 месяца питается вашей кровью до беременности. И 12 недель, пока не появится плацента. Она беззащитна против тех токсинов, тех шлаков обмена веществ, которые вы накопили в своем организме. Против того образа жизни, который вы вели, чем вы питались, что вы делали, какие напитки вы использовали, может, покуривали или сидели в атмосфере табачного дыма. Берегите себя. Думайте о здоровье своих детей. Поэтому первые 4, 5, 6 месяцев вы будете предохраняться. Тогда вы родите здорового ребенка, который будет радовать вас не просто своим фактом появления на свет, а хорошим здоровьем, хорошей успеваемостью, хорошим отношением к вам. Поэтому, если вы хотите полечить поликистоз яичников и избавиться от бесплодия, контакты вы видите, обращайтесь.